Здравствуйте, дорогие друзья! Этот урок посвящен замечательному аккорду соль диез минор, тональность которая является параллельной си мажору. Тут, как вы помните, есть аж 5 знаков альтерации, которые называются диезы. Это фа диез, до диез, соль диез, ре диез и ля диез. Итак, соль диез минор. Играется на четвертом ладу, берем баре, прижимаем первым пальчиком все струны, чтобы они звучали. Далее мы ставим, естественно, второй пальчик, усиляем слабенький первый, кому надо. А если пальчик сильный первый, поэтому этот просто болтается и радует глаз окружающих. Третий пальчик берется и прижимается шестой лад пятой струны, четвертый палец шестой лад четвертой струны. Мы получаем аккорд соль диез минор. Почему? Потому что в басу у нас на четвертом ладу шестой струны находится нота соль диез. Второй вариант соль диез минора мы берем на одиннадцатом ладу по пятой струне, минорная конструкция. Итак, берем баре, на одиннадцатом ладу первым пальчиком прижимаем все струны. Далее второй любимый вот этот пальчик мы берем на 12 лад второй струны прижимаем. Третий пальчик на 13 лад четвертой струны и 13 лад третьей струны прижимая четвертый пальчик получаем соль диез минор. Используйте эти аккорды в своих и чужих песнях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, ищите наши группы ВКонтакте, ссылочка находится под видео. Смотрите следующие уроки, играя как Бенедикт.